которую я хочу сыграть. У нее, как и у некоторого количества совсем старых песен 2001 года, интересная судьба и, так сказать, второе рождение-перерождение. Это песня «Где новый день». Даже выходила на какой-то студии «Дождь-фестиваль», я не могу вспомнить название. А осенью, в конце октября 2010 года, когда я отдыхал на Утрише, эта песня неожиданно получила новый текст на старую мелодию. Новый текст оказался точнее, он прижился. Да и исполняю я его увереннее, чем тогда, в 2008 или 2007, я не помню, году. Короче, где новый день? Осторожно, там кружка рядом стоит. Сказочные сны.